чтобы вы понимали, температура на балконе, это в тени, плюс 34. Как солить таранку при такой температуре? Сейчас покажу. Берем наших клещей красавцев, которых выловили на выходных. Засыпаем солью. Сюда почти пачка ушла. Вот, как видите. 2 дня солим. А потом отмачиваем. Но основной прикол заключается в чем? Основной прикол заключается в том, что для того, чтобы эти лещи не испортились, мы им отрезали ведро, кстати, 15-литровое, там интересно. Мы им отрезали голову и выбросили кишки. И так солили. Сейчас я их отмочу и повешу. Вот так вот, ребятки. Берем нашу тараночку, заматываем ее в марлю и вывешиваем в марле на балконе, чтобы ее никакая муха ничего ей не сделала. Сейчас мы возьмем, когда она уже, запах основной от нее уйдет резкий. Видите, мухи лазят, но ничего не могут сделать, потому что она закрыта вся полностью марлей. Вот. Когда она нормально подсохнет, мы ее перевесим уже в тенек на балкон. А так она сушится, вот эта солнечная сторона у меня прямо на солнце. Но я ее вывешивал на ночь, чтобы за ночь она, так сказать, подсохла немножечко. И на следующий день ее солнцем ударило сразу, и она сразу прихватилась. Это на сутки провисела, она уже сухая в некоторых местах. Сейчас я ее буду разворачивать в другую сторону. Ну что, друзья, после того, как наша тараночка повисела под марлечкой на улице, я ее повесил вот так вот напротив москиточки. И как мы видим, она уже у нас высохла. Самое главное в этом деле, когда мы в жару солим таранку, первым делом это обязательно удалить внутренности, ну без этого никак, потому что ну приходится, жарко, ну тут нужно понимать, и голову, там жабры, и она плохо сохнет, может завоняться в жару, несмотря на то, что вы ее там хорошо посолили. Конечно же, пришлось немножко ее пересолить, но опять же, нужно понимать, в такую жару, когда у вас за 30 градусов на улице, особенно не попривередничаешь. Вот. Ну, 2 леща мы уже съели. Это уже последний, самый большой остался. Ну, что ж поделать. Иногда приходится вот так вот жертвовать материалом для съемок. Пиво кто-то принесет или сам купишь, и все, и тараночка уехала. Так что вот так, это самый большой лещ, который был, который остался, он позже всех, еще может его дня на 2 хватит, еще он тут повисит, и все, и он тоже уедет. Поэтому солите таранку летом в жару, ничего страшного, подписывайтесь на канал Дядя Миша, вы не пропустите новые видео, которые я обязательно для вас сниму в ближайшем будущем. Всем до встречи, всем пока!